Здравствуйте, друзья. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Сегодня хочу выразить большую-большую благодарность ребятам, которые помогают мне, поддерживают меня не только словом, но и донатом. А я понимаю, что не у всех такая возможность есть, далеко не у всех, и это нормально. Я прекрасно все это понимаю. Мои ролики продолжают оставаться для вас совершенно бесплатными, совершенно без каких-либо там подвохов, без каких-либо там посмотри ты 30 секунд видео на YouTube и дальше иди смотри там на Patreon. Нет, такого не будет. Вот, поэтому я очень рад, что вы это понимаете и что вы цените мое творчество, и я очень рад, что вы мне помогаете материально и поддерживаете мой канал тоже. Так что я считаю, что в общем-то говоря, мы должны знать имена тех, да, кто поддерживает, и их сообщения я буду зачитывать, я возьму себе за правило, да, то есть как бы каждую неделю я буду зачитывать новые донаты, которые накопились за эту неделю, вне зависимости от суммы доната, вне зависимости, скажем так, от каких-то там случаев, не случаев, то есть это будет теперь постоянно, на постоянной основе. Вот такая вот будет у нас с вами рубрика. И давайте будем начинать, потому что, в принципе, за эту неделю у нас достаточно было много людей, которые хоть понемножку, но и помогли. Вот, я это очень ценю, ребят, спасибо вам огромное. Что ж, друзья, вы в телевизоре, поэтому давайте будем начинать читать ваш донат. Вот, Роман Александрович Рома написал, спасибо тебе, Рома, за донат. Он написал, привет, привет, давно мы не общались, однако я продолжаю смотреть твои ролики. Специфическая атмосфера, особое отношение к своему контенту, то, что делает твои ролики абсолютно уникальными. Я все еще вспоминаю времена, когда было большое количество стримов, шуток, разговоров. Вспоминаю с теплом на сердце. Спасибо, Леша, спасибо за все. Спасибо большое, Рома, за поддержку тоже тебе. Я тоже с теплотой вспоминаю, да, те времена, но, к сожалению, опять же, то, что было, то прошло. Надо жить новыми какими-то реалиями, вот, что, в принципе говоря, мы и пытаемся делать. А следующий донат у нас от Антона Митина. Спасибо, Антох. Он написал «Привет, желаю успехов в продвижении канала». Спасибо тебе большое, Антон, это очень приятно. А следующий донат от человека под именем Бухлый Кроу. Вот, он написал «Спасибо большое за то, что, несмотря на трудности, ты продолжаешь делать для нас видео». Спасибо тебе большое, Бухлый Кроу, за то, что помогаешь мне в этом, вот, материально. Следующий донатик у нас прилетел от человека под именем Стронс. Кстати, он не первый раз уж донатит. Спасибо тебе, Стронс. Он написал, спасибо, что помогаешь забыть о проблемах и просто расслабиться. Спасибо тебе тоже большое, дружище. Так, едем дальше. Следующий донат у нас от Галины. Галя, спасибо тебе, Алексей. Твои ролики реально помогают заснуть. Спасибо большое за твой труд и доброту. Спасибо, Галина. Это просто очень-очень приятно. Спасибо тебе большое. Прекрасно. Следующий донат от Маэстро. Он написал, привет, Лёш. Просто от чистого сердца решил закинуть копеечку за твой труд. Спасибо тебе за творчество. Почему-то пару лет назад именно твой канал зацепил. Помогаешь расслабиться после тяжелого дня. Еще раз спасибо. Спасибо тебе большое, маэстро. Вот, да, очень приятно, что я имею возможность помочь вам и тебе, в частности, да. Расслабиться — это, по сути, есть то, зачем я создал канал и зачем я всем этим занимаюсь, то есть, чтобы вам помогать. А следующий донат у нас от Сергея. Серега, спасибо, Серега, просто закинул денежку и ничего не написал. Скажем ему огромное спасибо. Спасибо, Сереж, это просто мега приятно и очень скромно с твоей стороны даже ничего не написать. А следующий донат у нас от товарища под ником Stroons опять. Вот, то есть человек уже в третий раз донатит. И он написал на этот раз на ширму. То есть это я, по-моему, два видео назад как раз я проговорился, что было бы неплохо мне купить сюда ширму. Вот, и
многие люди написали, многие люди помогли. Вот, по факту, ширма у меня теперь есть. Вот там такая вот беленькая, к сожалению, здесь проблемы, почему-то оказалось, с нормальными, адекватными ширмами. Вот, а через Amazon заказывать реально очень дорого получилось бы. И, ну, я не знаю, насколько мне нужна такая крутая ширма, поэтому я просто купил белую и накрыл ее вот таким вот, вот такой тканью. Я надеюсь, что это будет нормальный вариант для наших видео. Вот, у меня есть еще несколько идей, как сделать фон. Вот, есть еще вариант купить лист. Помните, у меня такой был на студии в Харькове. У меня был фон из вот этого звукопоглощающего материала. Он, в принципе, очень даже неплохо смотрелся. Вот тут такие тоже продаются на том же Амазоне. Я вот подумываю, может быть, купить его и аккуратненько его приделать здесь к стеночке. Вот. А едем дальше. Вот, следующий донат у нас от пользователя с ником ASMR. Вот такой простой и в то же время хороший ник. Спасибо тебе, человек ASMR. Спасибо тебе огромное за донат. Он написал просто и лаконично. Он написал: хочу видео. Ну что ж, ты в телевизоре. Я тебя поздравляю. Вот, у нас такая рубрика теперь будет каждую неделю, поэтому кто хочет попасть в телевизор, вот, вы можете что-либо задонатить, я обязательно зачитаю ваши комментарии, можете что-то заказать, например, какую-то тему для видео попросить сделать, какую-то идею подать, да, вот, то есть, в принципе, я считаю, что ваши вот эти вот донаты, да, они должны быть каким-то неким образом вознаграждены, ну, как минимум, хотя бы тем, что я их зачитаю у себя на канале, ну, а максимум, конечно, я постараюсь выполнить какие-то ваши просьбы, да, адекватные, вот, которые вы будете писать в ваших донатах. Естественно, я считаю, что кто платит, тот и вправе заказать какую-то музыку, да, как говорится. Вот, следующий человек, который написал, это Илья. Илюх, спасибо тебе большое за донат. Илья тоже скромный человек, он написал просто денежку прислал и все, то есть просто троеточие. Вот, и я с компьютера читаю, у меня перед монитором прям камера стоит, поэтому мне не очень хорошо видно следующий донат. А, вот все. А, его написала, его прислала Арина Ливанова. Спасибо тебе, Ариш. Вот, она, у нее ник Ланиву. Надеюсь, что я правильно прочитал. Спасибо, Арина. Вот, она написала: спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Вот. Спасибо тебе тоже большое, Арина. Это просто мега приятно. Вот, я очень рад, что я помогаю вам расслабиться, очень рад, что помогаю вам успокоиться, что помогаю вам почувствовать себя лучше. И эта мысль наполняет меня, ну, спокойствием таким тоже. Я получаю от этого тоже удовольствие, поверьте. Что ж, и теперь еще хотел бы зачитать еще один донат, даже несколько тоже еще. Следующий донат у нас пришел от пользователя с ником ОЗЗ. А он написал: с новосельем, как говорится, пусть живет спокойно и уютно на новом месте. Спасибо тебе большое, дружище, спасибо за такое пожелание хорошее. Следующий человек, который написал, сдонатил, это человек под ником Дефани. Он написал: спасибо за твои видео, дядя Лёш. Надеюсь, что скоро у вас все наладится. Спасибо тебе большое. Надеюсь на это тоже. Хотя, опять же, в принципе, мы сейчас живем, ну, как и многие очень люди, наверное, сегодняшним днем, не думаем о каких-то там перспективах, да, в дальнейших и так далее. Потому что когда все это было в Харькове, все это пошло псу под хвост, да. Вот, поэтому мы решили для себя, что будем радоваться тому, что у нас есть, да. Вот, то есть друг другу, с нашей семьей, да, то есть мы решили вот так. А так, следующий человек, который задонатил, это Антон. Антон написал: привет, Алексей, хотел бы тебя попросить, если как-нибудь будет время, сними, пожалуйста, такой ASMR вечерком под дождь, с теплым чайком, пледиком, чтобы атмосфера была вау, я думаю, многим зайдет. Антох, я уверен на 100%, что многим зайдет. Да вот только здесь должны совпасть некоторые факторы. Ну ладно, чаёк я еще сделаю, это не проблема. Проблема, во-первых, в подоконниках, здесь они очень маленькие, их практически нет. Во-вторых, проблема, что вечерком это нереально, потому что
есть это очень сложно сделать, но я постараюсь что-нибудь придумать. Вот, в любом случае, спасибо тебе за такое пожелание. У меня уже есть видео такого плана с дождиком, а оно на хромаке. Правда, может быть, я что-то подобное сделаю здесь. Посмотрим. Вот, спасибо. Может быть, из машины какое-то видео под дождем. Это будет тоже интересно. Почему бы и нет? Следующий у нас Антон Митин написал. Привет, как дела? Желаю, чтобы война закончилась и ты вернулся домой. Спасибо, Антон. Это очень хорошее и сильное пожелание. Я поддерживаю это. Спасибо тебе большое за поддержку. Так, и следующий Дима написал. Большое вам спасибо за ваше видео. Просто вот и лаконично. Спасибо тебе тоже, Дима, за твой донат. Мне очень приятно. Ребят, спасибо. Вот, значит, ну, насколько я понимаю, пока что это все донаты, которые у нас были на этой и прошлой неделе. Вот, в любом случае, даже несмотря на то, что суммы небольшие, я все прекрасно понимаю. Это же не подписка никакая, это не, скажем так, не абонемент, это просто то, что вы можете, кто-то может себе позволить там какую-то маленькую сумму, и это для него достаточно тоже может быть проблематично и тяжело, и я это все понимаю, и я очень рад, что вы меня поддерживаете таким образом, понимаете, любыми суммами, то есть для меня это очень-очень приятно, такая поддержка, так что спасибо вам большое, ребята. Вот, я желаю, чтобы вот эти все слова, да, которые вы мне написали, вот эти все там денежки, которые вы мне скинули, вот эта вся поддержка, чтобы она вернулась вам старицей, да, чтобы она вернулась вам десятикратно, чтобы вы ощутили вот от этого какое-то тепло, знаете, вот какое-то счастье, чтобы к вам привалило, но как минимум, чтобы у вас все было хорошо. Вот, так что такая вот сегодня была история, ребят. Ну, вы извините, да, кто ожидал СМР, вот. Но я считаю, что ребята должны быть вознаграждены. Те, кто донатит, и вот в таком формате я буду зачитывать их донаты. Поэтому можете смело писать, можете смело донатить. Обязательно ваши донаты будут, скажем так, если не в эфире, да, то в одном из видео на неделе. Я считаю, что это хорошая новость. А вы как считаете? Напишите в комментариях. Всем желаю добра, ребят. Всем спокойной ночи и всего самого хорошего. Пусть у вас все будет хорошо. До свидания.